Здравствуйте, подписчики. Заехал на объект. Значит, Паша начал утепление и отделку фасадов нового дома. Сейчас у нас начало апреля. Значит, чем интересен дом? Собственно, это бетонный дом с очень неровными стенами. Ну, сами видите. Паша, значит, стрельнул отметки. И сейчас ведет приклейку первого ряда по периметру дома. Дальше поставит леса и начнет дальше приклейку. А сейчас пока первый ряд. Ну, по сути дела, это маяк. Вот эта штука хорошая очень. Сейчас покажу, где она уже стоит. Вот она уже стоит. Собственно, сюда платформа будет. Это вот под камеры, под кондиционеры. Вот такие вот штуки. А это у нас уровень цоколя. Выведение сетки снизу. Паша, привет! Тебе достался, как всегда, самый интересный объект. С самыми идеальными стенами. Поэтому и толщина 180 мм. Тут 180 или 200, я уже забыл. 180. 180, да? Да вижу. Ну, сейчас растает, господи, Паш, что-то осталось-то. И водичка уйдет, будет проще работать. Хорошее провел, да? Да, отлично. Не будем Паше мешать, пока пройдем и просто посмотрим. Наверное, камера это не передаст, но ровность стен, конечно, феноменальная. Поэтому мы выбрали сюда пенополистирол 180 мм. Собственно, для того, чтобы во время приклейки выровнять все плоскости фасадов. Ну что, господа, поздравляю вас. Начало фасадного сезона. Ваган, правда, там уже приклейку на своем доме заканчивает. Так что, ну, Паша, я думаю, быстро сейчас нагонит его. ППС-16F. Толщина 180 мм. Система Церезит.
Паш, сколько примерно уйдет на дом? Месяц, да? Ну, кривой, конечно, очень. Очень кривой дом. Бывали, конечно, и кривее. Месяц точно. Месяц точно. Ну, понятно. Паша делает правильное смирение. Сначала хотел 50 сантиметров клеить, потом смотрю, окно разные стоят. Разные уровни, да? Да, поэтому уже по факту сейчас делаю. Ну, понятно. А так хотел 50, потом метр, потом опять 50, потом уже дальше метр, уже там не получается. Угу. А сейчас получается метр, опять метр, там тоже метр, там уже опять гешка получается на втором этаже, одним листьем. Ну, понятно. Ну, замерили вчера все, перекинули. У тебя сегодня первый день работы? Ну, так, в принципе, да. А так вчера при механике, не механике, да? Понятно. Воды не было. Сегодня вентиль поставили. Нанесение клея. Клеится резит ST83. Окантовка или пухи. Чтобы не раствор не потерялся. Как давишь, она до этого места заканчивается. Ну, понятно. А некоторые вот так мажут. Ну, я так. Падает. Я так мажу. Паша, ты меня разоблачил. А так раствор останется внутри. Под две шнурки. Река нет. Река не дюбеля, чтобы реку поставить. Понял.
Абийские дюбеля. Теперь рейка стоит. Все придумано. Спасибо, Паш. Все, поехал. Давай. Счастливо, давай, удачи, пока.